В Урае в качестве арт-объекта выставят настоящий самолет. Летательный аппарат Ан-24 появится в новом парке возле соборной мечети. Воздушный корабль привезли из Подмосковья, но не целиком. Корпус распилили на части. Сначала прибыл фюзеляж. Крылья и хвост доставят на днях. Самолет соберут воедино, отреставрируют и установят на постамент. По задумке авторов, площадь будет представлять собой аэродром со взлетно-посадочной полосой. Саму крылатую машину выделят подсветкой. Отмечу, такое необычное благоустройство стало возможным благодаря помощи нефтяников по соглашению с правительством округа. Ну, прикольное впечатление. Прям так адреналинчик как будто поймал. Я сюда каждый день выходил. Классный очень день. Мне понравился. Мне очень сильно понравилось, что самолет будет стоять. Это очень здорово, и то, что тут площадка будет, это тоже очень хорошо будет. И буду сюда почаще приходить и играть с друзьями.